Ну что, поехали, мастер. Поехали. Да. Доброе утро мастеру и другу его Юрий. Да? Вес 360 килограмм. Это элементарно. Я начинал, вы помните, с 250. Я не... Еле-еле, это 250. Ну посмотри, как нормально, все вообще. А ты как? Нормально. Нормальненько все? Великолепненько даже. Встал, все. Нормально, все. О, хорошо, хорошо. Отлично, отлично работает. А сколько вес? 360. Ой-ой-ой. Отлично. А говорили, не смогет, да? Ага. Упорство. Так, а мне на вышаду, да? Или это, подожди, он так делал? Да, ему одну придется сейчас на выше делать, 4-5, а постоянно менять, а что делать? Угу. Потому что я попробовал. Хорошо, я тебе помогу, Юр. Я попробовал, не получается у меня. Сейчас, подожди. Так, затянул. Нормальненько? Да. Ставишь сюда, вот. Пошла энергия. Отлично, отлично. Отлично. Так, отлично. Ножки не выпрямляешь до конца, да? Да. Ну, хорошо, все бросай. Добавляйте. Каждую секунду не таскать. Добавляй. Подкладочку вот эту, и тогда будет совсем нормально. Вот я тоже думаю, чуть-чуть немного. И потому не... что я валенки стану мне чуть выше, я буду. Ну, я же тебе говорю, валенки, а ты не хочешь. Нет, да не нет, в этих шлепках не нужно. Чуть... Будет. Сейчас будет то, что надо. То есть тут все регулируется. Я там посмотрел, у них там этих регулировочек, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Стал, смотри, видишь, вот. За счет уже этого ты сейчас увидишь, подсел. Опа, натянул. Натянул нормальненько сюда. Да, все. Да, это все правильно. Вот. Можешь ноги чуть пошире поставить. Вот, так. Да, и ножками. Ножка, отлично. Ну как? Хорошо. Хорошо, ничего выше тебе не надо делать, а то я могу еще одну подложить. О, отлично, отлично давишь, хорошо. Вот, ножичками так, раз. Отлично, ну и хватит. Так, отсел. Давайте, чтобы я не остыл. Давишь. Ты тут сам, да? Тебе вот эту вот добавить? Не, ничего не надо. Привык. Вот в этом весе. Так, сюда. Ух ты. Не спеши. Ножками хорошо. Отлично. Ну и хватит. Да. А почему он по 4 раза делает? Не устает. Да когда такая, пожалуйста. Просто у него плохо идет. Он. Так, ну что, не будем накидывать, что Юра делает. Да. Сколько там? Да, минуту. 440. Давай. Встал. Ты сначала встать, как тебе удобненько. Удобненько. Так, удобненько, да, всего. Так. Удобненько лежит, да, да. Так, и ножичками так не спеша. Плавненько. Вот, хорошо. Так. Давай. Угу. Еще разочек. Хорошо. Все. Бросай. Тебе сколько сразу
Да что, сказал, пока снимет, киньте Юре еще одну. Да. Пускай сделает, да. Потом я вторую кину, и уже я на том пойду. Угу. Чтобы не перевешивать этот сказ. Давай, Юрий. Сейчас я что-то пройду, мне Шевка скажет. Как тренер скажет, так и так. Да. Как тренер скажет, я сегодня обязательно пошел на тренировку. Я согласен. Встал. Так, встал. Подсел. Тянули. Да, нормально? Так, поправился. Смотришь, все так ты стоишь. Не выше, не ниже. А надо только оторвать или чуть подержать? Как правильно? Так, по-всякому, лишь бы тебе. Не, ну как правильно? В любом случае, Юр, то это не я. Что-то там на это. 440-480 килограмм. Ага, подсел, подсел еще, подсел еще. Нормальненько? Хорошо? Угу. Вот сюда давишь. Пойду-ка чуть тогда ниже чуть. А, ну, чуть подсадил. Ага. О! И... ножками, не спеша, ножками. Во-во-во-во, отлично, отлично. А, зря вы, блин, сняли. Не-не-не-не, нормально. Вот так, то же самое. Отлично. Хорошо ты давишь, хорошо, ровненько. О, отлично. Хорошо, хорошо, Юр. Молодец. Ну, а что, Юр? А просто догонять. Про старость. Конкурентов надо догонять. Про старость. Догоним и перегоним. Будешь? 600 тебе ставить? Да. Ты смотри, там правильно мы поставили, там на одну меньше. На одну меньше. Сейчас у тебя опять будет. Давайте я сам. Давай. Все, сам встал. Удобненько, не спеша. Не-не-не-не, это... плавненько давишь. А ты что не делаешь, Петрович? А, не твои леса еще. Ага, хрен. Прикинь. Так, у нас запись. Что это за слово? Уже нормально. Вы это хрен. Под запись хрен это вообще хрен, то, что да. Надо. Не, ну мы придем. Ты слишком становишься, не так. Чтобы ты ножками... Перпендикулярно все стоит. Все нормально, да. Дальше, Мишечка. Ну как тебе, чтоб удобно, ты почувствовал вот. Ремень где-то вот здесь он давит. Вот тут уж он давил, да? Ну вот здесь вот где-то самое лучшее. Угу. Угу. О, хорошо. Угу, 520. А, отлично. А вот ты правильно сказал, я чуть... назад ушел, мне полегче. Ну вот полегче, да. Не полегче, чуть правильно. Ниже. Ниже, да. Вот видишь? Да. А ты ниже чуть. А ты ушел, это? А ты чуть вперед, да. Вот проверь сейчас. Я вот отметки вот так вот назад остался. Еще разок я просто вам показываю. Вот смотрите. Вот можно вот так вот давить, да? Вот раз давить. А это становится вот так получается. Да, 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 да. А так, видишь, не ну, доводнёшь. Да, не доводнёшь. Мне даже легче. Вот, встали вот. И отсюда. Так, раз и все. А то получается что-то получается. Нет, это тут далеко. Что-то получается. Да. Вот такой какой-то, понимаешь ты? Не, да. Вот, да. Давай. Вот так. И это сюда, до себя. Так. О! Все равно ты вперед как-то уходишь. Вот. Да. Ты да. Туда не сдалась. Вот так. Нет, сам примеряйся, а потом вверх нас. Давай, вот так держись. Вот. И пошел.
Вот ты когда начинаешь давить, ты туда становишься, в ту точку. Ну еще бывает, бывает. Не торопись. Не торопись. Не, не мой. Ты торопишься. Настройся. Ну, божественный помощник помогать должен. А он нам надо врет. Я же вам рассказывал, что этот хоккеист настолько страх у него был перед тем, как это бросать по воротам. Да. Он подъезжал и отдавал пас, чтобы кто-то забивал, не он. То есть ответственность. Под меня кинусовать, чтобы я поднимал, он с очка дали. Подсел. Натянул. Вот, хорошо. Вот. Сколько там? Здесь сейчас 500-600. Не спеша. Не спеша даешь ножками, как домкрат. Как домкратик только. Раз, раз, раз. Отлично. А ну-ка, давай-ка. Так же. Пошел. Отлично. Ну, еще разочек, и будет отлично. Фух. Да. О, хорошо, молодец. 560, отличный вес. Ну, давай 600 следующий. Я думаю, на этом и закончить. Ну, за 600, давай. Все-таки давайте 600, и я и он попробуем. Да? Надо пробовать, чувствовать. Да что, легко поднимает, что хватит. Я ж вам говорю, что легко. Вы дойдете сейчас быстро до своего предела и будете топтаться потом на месте. Какие? Не, у меня есть еще запасик. Я попробую. Так же не бывает, что каждую неделю по 50 килограмм добавлять. Да, ну. Если так будет по 50 килограмм каждую неделю добавлять. Вначале так и бывает. Ну, вначале. Потом, да, потом. Вначале уже 250 начинаешь, потом что там 300, ну, да. Это все ерундовые. Я вот не пойму одно, а так в жизни, допустим, я поднимаю 200, как вы говорите. А если я в зал пойду, я лежа, лежа, смогу 200 поднять? Нет. Вот, можем сейчас поставить, и ты если поднимешь килограмм 50, ну, в лучшем 60. Случае, да? Да. Не, ну это же другой сайт, ты что, вот тут только вот, ну, а да. Тут отсюда надо. Представляешь, это движение отсюда, да, должно. То есть, а почему 200 здесь? На каждой фазе движения идет соответствующая нагрузка. И вот тут ты можешь это проявить. Это. А отсюда, видишь, отсюда надо заниматься, чтобы это. Там же. Чтоб это. Так, давай-ка так, без комментариев, я сам. Да. Смогу, нет, значит. Стоит все там это. Все стоит хорошо. Хорошо. Все стояло и будет стоять. Смысл эти. Не барское так дело. Эти как. Не торопись. Не, не будем торопиться. Встань. Прочувствуй. Плавно начни, а потом уже будешь упираться. Не рви. Ну вот. Сейчас по мне как шеф, как тренер сказал. Да. Главное, тренер в жопу лежит, все нормально. Давай. Ну, брат. Это хороший тренер, понимаешь? Не просто там, смотри, да, ты там, ну-ка, натянул, все так положено. Вот тут кривизна большая. Где? Ну, в смысле, пропеллер. Так, не торопясь, Юра, не торопясь, только ножками так, раз, и как домкрат. И пошел, отлично. 600, ну что, попробуй-ка самка. Ножками. Давишь. Отлично. Хорош. Ладно, ты по три раза уже взялся. Да ты что? Ты тогда 700 потянешь, ё-моё. Отлично. Взялся уже делать. Взялся, загуш, да? Хорошо. Еще уже чуть. Не надо. Я помню, там у Самодумова 600 что-то сказали, что этот...
Якубович там поднимает 600. Я тоже вот это... Как раз... 600, я чувствую это. Легко потянуть. Не-не-не-не-не-не-не. Ты еще будешь подходить на 600? Да или... не хочу, я после Юрами даже стыдно его подходить. Слушай, не надо никого стыдиться. Да. Ты делаешь... Не, ладно, ты пришел так, да ладно, я это сам понимаю. Нет, я занимался всю жизнь этим, что ты? Я всю жизнь занимаюсь спортом. Ты делаешь свое дело. Пускай 520. Не торопись, 520, да, там это все, с удовольствием. 520 с удовольствием, такая зика, раз на три. Почему 520? Может 600? Но и у него. Сейчас мы его поставим. 620. А ты 600 поднял. Или поднял. Ты поднял 600 на три. Сейчас мы его поднимем. Почему? Ну, чтобы он потренировался без всяких этих, чтобы он прочувствовал движение, раскрыл чакры. Ну, да. Наклоняется, вот я же его вперед наклоняюсь. Да, слишком это самое. Подожди, давай-ка это самое. Добавлю, что давай, снимай. Чтоб ты сейчас прочувствовал все, вот прочувствовал просто, знаешь, в охотку, прочувствуй, вот как это движение. Вроде настрой был. Сейчас, уже миллион ты продвинется. Вот так, чтоб прочувствуй, куда ты давишь, чем ты давишь. Что дальше? Вот. Вот чем ты давишь? Как? Ты видишь? Мне кажется, все-таки да. Тебе еще надо прокладочку сделать, чтобы нет, ты прокладочка это, хорошо. Чтоб ты это больше давил ногами. А то ты уже мало уже ногами давишь. Давайте, Юрий, 700, он подымет. Не, не надо. Зачем? Он говорил, на следующий раз упадет. Тренер знает, что надо. Надо подготовить суставы, надо подготовить все. Это ж такое дело, вы думаете, как-то это, раз, потом хрум-друм-друм. Вроде как не травмоопасно, но у вас еще ж не готово, ничего. А вы тут уже это, как раз столько людей пополомалось. Вот сейчас твоя задача, покайфовать, подавить туда, раз, пять, восемь сделай, о! О, ножки полностью не выпрямляются? Не, отлично, не. Отлично. Так шеф сказал. Вот все, значит, сделано так, как надо. О, так что все нормально. Ты свое берешь, энергетику, это самое важное. Тут каждый берет свое. Каждый берет свое. Ну и хорош, да? Все, покайфовал. Потом. Он не может остановиться, вот в чем дело. Да? Так хорошо сделал. Я сказал 7-8. Если... Хорошо? Мне как все говорит, как я делаю. Слышь, хорошо стало? Такой пошел. Маханул стакан. Тигран, ну тонну тогда, только да. Зик. Тонну? Тонну? Тонну, да, я ему показал. Я дождусь. Показы? Это сколько один? Сейчас 700 килограмм, но, как говорится, для тебя я сделаю 800 килограмм. Стали, сосредоточились. Ну, видишь, ноги как широко расставляют. Да. Пошире ноги, чтобы вам удобно было давить. Вот, вы стали. А ну-ка, подожди, я сбоку посмотрю. Ага. Вот видишь, вот я натягиваю так вот, да? И вот такое впечатление. Нет, у него отрезки вот настолько твоих резок. Я же тебе говорю, ты наклон у тебя. Ну, да. Не, наклон. И вот такое впечатление, как знаете, чтобы у вас в уме. Росток начинает прорастать через асфальт и пробивает вот эти места его. Вот, и вы стали, примерно сосредоточились. Можно глаза закрыть. И поехали. А мы все-таки спешим. Да, особенно я тороплюсь. Да, не спешите. Лечу. Не надо, потихоньку. Глянь, как он медленно подумал. Ну да, я удивился даже. Что все, медленно. Да? Думал, уже не болит. Да, ожидал, такая шальная мысль, перехвалил. Не.
Что? Так, дальше что делать? А джимы. Лежа, лежа сейчас. Лежа. А ты же не такое упражнение надо делать. Да. Вы пока на этом подготовьтесь. Ну я согласен и дальше делать. Чего? 700 сделай. Ну зачем? Сказал шеф не надо. Он в следующий раз лучше да. сделать. Вы еще разок. Поймите, что вроде штука простая, да, у него потенциал но есть. Надо, да потенциал можно, потом, как Самодумов говорит, можно сломать все то, что даже не ломается. Вот, должны подготовиться суставные поверхности, не спеша все это, укрепиться структура кости, а потом уже. О, хорошо. Вот к тебе это можно, в смысле, там что-то побольше. А он только начал. Какое? Третье занятие или вообще-то второе? Раньше был еще. Ну да, 120. Юра, начнет. А ты тогда 140. Дай просто 20 на первую. Как говорится, меньше начнешь, дальше уйдешь. Оно пока, как говорится, наладится, что чё, как давить. Винку. Просто так вот. Вот, сейчас отсюда. Все можно? Так, я ровно, все, там не куда подвинуться. Смотри, в кость, говоришь. Слышь? Куда-то подвинься. Вот так вот, Лёха. А еще вперед-назад, потому что нет, нормально? Не, нормально. Хорошо. Руки выпрямляй полностью туда. Отлично. Сделано на 200. Она не это. У него да. 200 уже. Надо это сделать, Геннадий, потому что ниже опустить не надо. Ага. Не спеша. Отлично. Навесь быстренько пятачок. Пятачок навесь, Юр. Ну давайте это, да, копейки. О, еще пару раз. Не торопись. Отлично. 140, да? Да, 140. Как было у нас? Сейчас. Давай, ложись. Вот так? Или вот так? Как? Правильно, чтобы... Рука вот так была, да? Ну, примерно так, да. Чтоб тебе удобненько было давить. В кость, в кость. Молодец. Я себе поставил по три раза, знаешь, по три раза. Нет. А можно валик уже снять? Сними. А то они уже нет. Сними. Тут вот эти вот места. Сними, да, они трут. Важно стало. Валенки такое дело. Плавненько. Хорошо. А кидайте еще одну. Восемь, что ли? 180. Мне 160 пока. Не торопись. Так, кость в кость.
Бога помолясь, с его силами и пошел. На два раза. Вот. Отлично, отлично. Все, хватит, не надо ничего. Не надо ничего больше. Вот тут ты 4-5 раз можешь подавить. Хочу, как она работает. Ну, да. А то ты знаешь, когда это давишь, не поймешь, лишь бы давить, куда, чего. Раза 4-5. Так, не торопясь. Отлично, хорошо. Отлично. О. Хорошо. Отлично. Маловато будет, мастер. Ну, следующим подходом добавим тебе. Раз тебе маловато. Напряги нету, как там? Шлёп. Ну, ты сейчас, ну, 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 сейчас. Сколько здесь? Да что 40. Ну давай. А сколько там ты это? 150 было. Ну, 140, да? Ну давай, 140. Раза, три, четыре, это тебе достаточно будет. Так, сейчас я приставлю эту штучку. Что-то тебя кормит. Оно лишь чуть-чуть. Ну что-то где-то не поднять надо или наоборот как-то надо. Опустить надо. Тебе с этой. Так. Пошел опять в голову этот. Ну вешай, сколько ты хочешь. 170, 180. Это хорошо. Сколько ты? По 200. 180 хочешь? Давайте, сейчас 180 подну, то значит... Весик прямо стал чувствоваться. Еще раз 200, потом попытаюсь. Вот тут мне более понятно, Геннадий Петрович. Вот как-то я смогу сконцентрироваться, все. Вот, ну, вот на той... Вот, раз это через... самооправдание. Там, а еще раз, это надо просто с малого веса начинать и набавлять килограмм по 50. Ё, самооправдание, вот тут выключается и все, мы не отступаем. Ты можешь, братан, не торопись. Ты божественный помощник. Не торопись. Медленно, плавно, раз, и потом наращиваешь усилия. О, хорошо. Свободно. Сразу хочешь 200? Да. Ничего, свободно. Воспылало после твоих слов. Давай. Ой, мне кажется, самооправдание-то хреново штука. Твоя задача давить. Сила не сразу подключается. Дави. Оно крутится, да. Ты дави, оно само пойдет. Ну. Видишь, как... Чёрт, отлично. Так, да? Ну что, все, да, позанимались?